Всем привет! Очень часто получаю сообщения, сижу на ПП уже несколько месяцев и не худею. Подскажите, почему? Сегодня об этом и поговорим. Понятие ПП сейчас настолько широко, что оно уже практически утратило свой истинный смысл. Под хэштегом ПП вы найдете не только действительно правильное блюдо, а также батончики, кофе, чаи и коктейли для похудения. Для одних быть на ПП – это питаться только чистыми продуктами без пищевого мусора, для других – это просто отказаться от сладкого и мучного, для третьих – это заменить пищу коктейлями. Но что же такое ПП? ПП – это аббревиатура от «правильное питание». Аналогом ПП и является «здоровое питание». Правильное питание – это сбалансированный и разнообразный рацион, при котором организм не испытывает нехватки необходимых питательных веществ, витаминов и минералов. И по сути это действительно все продукты без полуфабрикатов, рафинированных продуктов, а также продуктов, содержащих сахар, усилителей вкуса, ну и так далее. И, конечно, эти продукты приготовлены с сохранением в них полезности. Так вот, если ваше ПП – это действительно здоровое питание, это отлично, но этого недостаточно для похудения. Если вы хотите точный результат, то вам надо достаточно точно придерживаться небольшого дефицита калорий, потому как даже на здоровом питании можно калории перебрать. Второе, на что нужно обратить внимание, это на режим вашего питания, если он. Кстати, подробно о режиме вы можете посмотреть вот в этом ролике, я уже об этом рассказывала. Также имеет значение сбалансированность рациона. Часто вес не уходит, когда в питании преобладают углеводы и по большей части с высоким гликемическим индексом. В таком случае это будет все время стимулировать инсулин, а инсулин, как известно, это самый ярый враг жиросжигания. Пересмотрите эти пункты в вашем питании, и я уверена, что вес тронется с места. С вами была Светлана Никичук. Всем здоровья, пока-пока.